Межмуниципальное управление МВД России Одинцовское на протяжении последних лет неизменно признается одним из лучших в области. Работать с таким подразделением для журналистов легко и комфортно. Тем более приятно получать из рук сотрудников пресс-службы благодарственные письма. Коллективу МУП телерадиокомпании Одинцова выражает благодарность и глубокую признательность за активное взаимодействие и сотрудничество при освещении деятельности межмуниципального управления Одинцовской в средствах массовой информации, а также за создание положительного общественного мнения о сотрудниках полиции. Желаем вам успехов в профессиональной деятельности и искренне надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Первой заслуженную награду получает главный редактор Одинцовского телевидения Галина Илларионова. Спасибо огромное за то, что вы есть. Спасибо огромное, что вы освещаете нашу деятельность органов внутренних дел с положительной стороны. Спасибо за то, что вы делаете этот положительный образ. Благодарность от Одинцовской полиции получают все ведущие СМИ района. Новые рубежи, Одинцовская неделя, новости Одинцова, популярные городские интернет-порталы. Среди награжденных и пресс-служба администрации Одинцовского муниципального района. После официальной части встречи в непринужденной обстановке за чашкой чая сотрудники полиции и журналисты обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».